Тестирование на коронавирус будет постоянным для казахстанцев. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр здравоохранения республики Елжан Биртанов. По данным главного врача страны, 250 тысяч человек в Казахстане уже бесплатно прошли тестирование на коронавирус. Из бюджета на эти цели потратили без малого 3 миллиарда тенге. Сейчас ведомство Елжана Биртанова прорабатывает алгоритм планового тестирования на коронавирус и после окончания пандемии. При этом глава Минздрава не исключил, что в ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих граждан станет нормой. Частота будет зависеть от характера работы человека и эпидемиологической опасности места работы. Финансировать тестирование государство будет из трех источников – заболевших граждан и контактных с ними бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Работающие и застрахованное население за счет ОСМС, медиков и военных, возможно, за счет госфинансирования. Тем, кто не попадает ни в одну из категорий, за анализ на коронавирус придется платить самостоятельно. В ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих граждан, скорее всего, станет нормой. Частота будет зависеть от характера работы и эпидемиологической опасности производства. Это и будет специальный алгоритм, график. Он сейчас прорабатывается во многих странах, но это позволит большинству граждан быть в безопасности и путешествовать по стране и миру. Давайте наберемся немного терпения.